Зомби-бой, привет. Привет. Во сколько лет набил первую татуху? В 13,7. В 13,7? Это 13 лет 13 7 месяцев? 13,5, ну да, 13,7 месяцев. Какая была твоя первая татуха? Люблю худых, ебу любых. А почему я решил закрасить? Ну потому что, блядь, это ебать, блядь, посуди сам. Первая татуха на лице во сколько появилась? 16. Тут был кинжал розы, но перекрыто уже. А как к этому родные отнеслись? У меня их нету, я из дома. А как отнеслись к этому? Из дома? Да. Ну вообще похуй, блядь. Ну за это никак тебя не поругали? Нет, блядь, я был самый безбашенный. Я постоянно сидел в ментовках, поэтому нет. Где сидел? В ментовках. Меня оттуда, блядь, то снимали с крыши, блядь, с поезда, блядь, то, блядь, просто снимали меня. Так, расскажи, что будем тебе удалять? Лавр и челюсть. Потом стрелку, потому что это скиновская хуйня, набил по пьяни в 17 лет. Нам очень интересно посмотреть на него. Во сколько лет глаз закрасил? Бля, в 17. В 17 лет. Страшно было? Нет, было, блядь, неприятно очень. Ну, выглядит это прям устрашающе. Второй глаз собираешься красить? Там пленка толстая, поэтому нет. Где, на правом глазу? Да, типа из-за печени, потому что я бухаю. То есть, а на левом, типа, было нормально? Я не бухал тогда. Как насчет пирсинга? Я буду еще прокалывать. Что планируешь? Уздечку, потом язык разрезать. Вторую бровь, может быть, второй бридж, второй септум. Типа, не знаю, блядь, может импланты, типа, сюда буду вставлять. Почему бы нет? Импланты, в смысле рога? Да. Так, ну что, ты готов? Да, я готов. Сколько тебе лет? 19. Все, Сань, ты готов? Готов. Погнали. Так, давай тебе тогда. Закрываю глаза. Так, начинаем мы с надписи Лавр, да? Да. Окей. О, блядь. Сука. Все, стой, подожди. Не, круто. Все, подожди, отдохни, блядь. Стой. Блядь, стой нахуй, блядь, глухой. Сука, старый, блядь. Ай, блядь. Холодно, жарко, блядь. Больно, блядь. Блять, больно, пиздец. Норм? Ты вообще молодец. Блять, да реально больно, нахуй. Да я все хуй, а ты что был, татуировку, блядь? Не делайте татуировки на лице, это очень больно их выводить, сводить точнее, блядь. Особенно у старого, блядь. Это очень больно. Он не жалеет никого, блядь. Дай мне лед, старый. Блять, это реально больно, это очень больно. Типа, блять, прям до слез больно. Поэтому, блять, нахуй татуировки на лице, блять. Так, ну что, ты готов? Ну, конечно, готов, блядь. Меня кто-нибудь спрашивает об этом. Итак. Челюсть. Только, блядь, не больно, чтоб было. Ладно. Не, не будет больно. Да не пиздите, старые, блядь. Классно, что охлаждение есть. О, блядь, больно, сука. Блядь, больно. Блядь. Поехали. 3, 2. Терпи. Блядь. Ты зомби-бой или кто? Трави, дуй, сука. Больно, сука. Стоп, все. Хорош, блядь. В принципе, это не так больно, как делать. Ну, раз это не так больно, поехали. Сука. Сука. Как, кстати, по ощущениям? Больно, блядь, пиздец. А больнее делать или удалять? Набивать. Набивать больнее, да? Да. Готов? Угу. Поехали. Блядь.
Нахуй, какой я долбоёб, нахуй я это набивал, блядь. Нахуй. Слово чуть сюда, блин, давай. Ну все, больнее было делать. Да. Подуй, холодненьким, стой, подуй, стой. По 10-бальной шкале сколько? 9. 9, да? А да. 10 тогда это было бы что? Это был бы ад, блядь, а он и так и есть, блядь. 9 я сократил, блядь, потому что набивать больнее. Думайте 10 раз, 100 раз, блядь, перед тем, как набить татуировки, потому что татуировки на лице, это реально адски больно, то есть это пиздец. Набивать, конечно, больнее, да, блядь, но, блядь, старые, блядь, ржут, сидят, блядь, а мне больно, блядь, до жути, потому что у меня очень чувствительная кожа, и у вас может быть тоже очень чувствительная кожа. Поэтому, блядь, подумайте, блядь, 300 раз башкой, чем набивать татухи.